Сегодня в 9:30 утра водитель «Лады Гранта» ехал из Березняков в Пермь. В районе поселка Чёлва, по предварительной версии, мужчина вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой марки «Скания». В результате ДТП водитель автомобиля «Гранта» получил множественные травмы, госпитализирован в медучреждении города Березники. Его пассажир 80-го года рождения, женщина, и пассажир 2007-го года рождения, мальчик, погибли на месте ДТП. Сейчас полицейские проводят проверку, выясняются все обстоятельства аварии.